Сегодня воскресный день, 30 мая 2021 год. Встречаем митрополита Сергия Иванникова, это города Барнаула, Алтайского края. Вот в Потеряевку он приезжает в гости. Сегодняшний у нас праздник. Вот Игнатий Тихонович встречает его с камерой. Воистину воскресе! В этом году у вас вот, все гораздо мощнее. Да. Праздником Христос воскрес. Ну что, начинаем богослужение? Пожалуйста. Начинаем богослужение? Уже идет, да? О, вот он! Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Христос воскресе, смерть и смерть, по праву сущего, живот здорова. Боже, имею Твоим спасение и силой Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внутри слова уст моих, ибо чужие достали на меня, и сильные ищут души моей, они не имеют Бога пред собой. Вот Бог помощник мой, Господь прикрепляет душу мою, Он нас заслал во врага мои, истинные Твои преследили. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, на врагов моих смотрело око мое. Слышь, Боже, молитву мою, не скрывайся от моления моего, любви мне, слышь меня. Я становлюсь в пути моей, смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Слышит, Бог и смеет, когда я живущий,
потому что нет нигде медленнее не бояться Бога. Простирали руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Знали, как у вас на сердце их граждан, слова их нежнее и белее, но лишь эти зажженные мечи. Но позвали на Господа заботы твои, Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться в ранее, и Боже не дадешь его погибели. Возвратно и коварно они даже будут до половины дней своих, а я на тебя голос призываю. Господи, я дам мне прежнего веку, помилуй,
что без сравнения Серафим, произведение Бога Слава Иисуса, Богородицы Родичане, имеет Господь Пресвященник, Миши Владыка, благослови. Молитвам и Святой Владыке нашим, Господи Иисусе, Всеможный наш, помилуй нас. Аминь. Боже и Господи, силы сия Твои Содетелю, и за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослави на спасение рода нашего, и честными же Христом в описании грех наших растерзавый, и победим с ним начало и власти тьмы, стал на дыхе человека любче, прими нас грешно, и Господу помолимся, так да просветится свет Твой при человеке, яко да видит добрые дела Твоя, и прославят Отца нашего, и же есть на небесе, всегда ныне и присно, и во веки веков. Спасение и Господу помолимся.
благодатью. Господи, помилуй. Сами себе и друг друга вижу, можно свету Богу Прославляем Отца и Святого Духа, спаси нас, спаси.
Тебе преподаем и верного пьем, щедро
Благодать еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси, благочестивая. Господи, спаси, благочестивая. Число уверовав обратилось к Господу, дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого,
и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. И Духове Твоему. Аллилуйя, 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 глас четвертый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. На лице и успевает царству ради истины, кротости и правды. Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк,
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будет поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, и во спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему, знаю, что приедет Мессия, то есть Христос, когда Он приедет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это Я, который говорю с тобою. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Раби, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы пошли в труд их, и многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали в его слову, а женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос. По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его и видели все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Благочестие и чистоте.
грешащих отсюда православные. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бога Бог Божий, братья и прихожанцы, так в праве всего. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всех, где предстоящих, поющих и молящихся, и всегда это милости в исполнении благих желаний всех нас, прилежно молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Всех поющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебе великие, богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Человека любит Бог, если и тебе славу посылаю Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Помолитесь о соглашении, Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй ты, Господи, помилуй. Ты не помилуй правды, Господи, помилуй. Ты не помилуй соборной апостольской церкви, Господи, помилуй. Освящению всех людей твоих, я благословен во веки веков. Аминь.
великого господина и отца нашего, Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита восточноамериканского и канадского, да поменет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство во Христе диаконство, монашеский чин и притча церковный, создатели, благотворители, благоукрасители, жертвователи святаго храма сего, богохранимую страну нашу российскую, власти и воинство ея, всех здесь предстоящих, поющих и молящихся, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Отца и Сына и Святого Духа.
очеловечишься, распятый Божий за грехи почистите власти, и страдавшие погребенные воскресшие в третий день во Писание, и вошедшего на небеса и сидящего Христу Отца, и повеведущего за славой и судите живыми мертвыми, Божий совсем не будет Отца, и Духа Святого Господа и Сына Вечного, Чернотворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном с поклоняем и славим оглаголовшему пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвым и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станем со страхом Божьим, святое возношение в мире приносите. Благодати Господа нашего и Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Благодарим Господа. Спасибо.
изрядно о пресвятей, пречистей и преблагословении славной владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии. Пресвятая Богородица, благодарите Бога. Господи,
болезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшный, судящий Христов и проси. Подай, Господи! Сейчас Святого Духа, испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи! И шалуби нас, Владыко, содерзновение мне осужденно, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголоти, Отче наш, Отче наш, прежде всего ты присед, насветится имя Твое, прилица святое, да будет воля Твоя, Бог на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нам долги наши, я Божий, и предоставляем должникам нашим. Ставящий малое, мало-помалу придет в упадок. Как человек, который считает, он думает, как малое ставить, как большое определить. А это касается каждого человека и малого ребенка. Я на эти стихи не нашел проповеди нигде, ни в святых отцов, не знаю почему, поэтому трудно далось это, я все эти дни просил и боялся, потому что высокое начальство, приходится говорить и что-то где-то как-то. Поэтому перед Богом попрошу молиться, чтобы все приняли, как Слово Божие говорит нам. В первую очередь, я решил узнать, а что такое малое и что такое большое в очах Божьих. Мы по-человечески что судим большое, в очах Божьих ничтожны и написано легче, все вместе взятые, легче пустоты люди. Соломон имел такое царство, такие сокровища, о которых сегодня даже подозревать мы не можем. И в конце сказал, все суета сует, все суета, суета, то есть бесполезное мечтание. Вот, третья книга Царств, 8 глава, 63 стих. Был построен храм,
по проекту, который Бог показал, говорит, как показано было тебе на горе. Кажется, все должен был сделать так. Но когда начинаем мы исследовать, то видим, что многое было сделано не по повелению Божию. Написано определенно и четко. Ничто нечистое не должно быть в храме. Он делает статуи львов. Озеро, море медное на валах. Не сделал никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и ниже земли. Он делает виноград. То есть много что сделано. Вопрос. Неправославные люди говорят, а вы вот все иконы повесили. Где это повеление? Доброе дело без повеления делается. Нас интересует, как Господь Бог, наш Бог, который сотворил вселенную, посмотрел на это. И написано, служили священники, люди великие. Но облако, слава Божия сошла и наполнила весь храм, и никто не мог стоять. Не от кадила, сам Господь сошел. Значит, это было угодно Богу. И Соломон принес жертву. Ну, если ты бедный, вместо барана можешь принести в жертву голубя. Было написано. Вообразите, если воображение есть. Он принес 22 тысячи крупного скота. Это если, кто знает, с мяса возится, маркетаны. Даже один или две рядом забитые скотины. И то уже надо думать, куда мясо. 22 тысячи. Таких мясокомбинатов никогда не было. И еще и 120 тысяч мелкого скота. То есть бараны, овцы, козы. 22 тысячи. Это невероятно. Что это? Каждый баран, каждая овца указывала на жертву, которая поможет освободиться. Это был только намек на жертву Иисуса Христа. И все это оказалось ничтожным и малым. Христос умер за грехи людей. Понятие о грехе у людей отсутствует сегодня. Ну, я не пью, там не курю, не ворую. И все. Мы все дети Адама и Евы. Грех первородный перешел во всех. Как это так? Я очень много разговаривал с мусульманами. 2600 человек на беседе были. Мы встречались только в прошлом году, 2600. И ни один не читал свою книгу, которая вместо Библии у них называется. Грех не понимает. Но я буду просить их, то Бог простит. Не может Бог простить. Как так? Да Боже всемогущий. Не может. Это не его свойство. К Римлянам 6 глава 23 стих говорит, возмездие за грех смерть. За грех Адам. Вот. Ну что он сделал? Это они не воровали ничего. Ну, один плод съели, убыло там. На сегодня в статусе доброго человека залезу, он скажет, давайте накладу больше еще с собой, неси другим ребятишкам. Но за это уже умерло свыше 100 миллиардов людей. Мы должны настроиться на то, как Господь говорит. Жертвы Христа достаточно, если было бы миллион галактик, и везде были бы люди разумные, хватило бы жертвы. Об этом говорит апостол Павел. Слово «мало-помалу», слово «мало» встречается в Библии канонической 17 раз всего. Поэтому я коснусь, где мы должны заботиться и мало-помалу не растерять. Бог дает каждому. Сегодня уже доказано, сверхдоказано. 100% нашего разума не направлено. От 3 до 5% пользуемся. 95% невостребованы у большинства людей. 95%. Это какими мы могли бы быть? Не завидовать никому, а трудиться и учиться. Я делаю примеры, которые всем известны. Чем занимаются ваши дети? Лето наступило. Играть к бабушке с дедушкой отправить на село, на дачу. Я разговаривал много с евреями. Они это не делают. В это время им все занимаются. Отдохнул один день, хватит. Почему? Программа. Ты будешь управлять миром. Это сегодня стоит. Это они не скрывают. Мы призваны, чтобы быть в Царстве Небесном. Мало или не мало? И мы мало-помалу растеряем все. Кто ставит ни во что, ставит. В конце концов, придет в упадок. Упадет. Упадет. Я коснусь не только государственных вопросов, на которые нет разрешения, но самое главное – церковные. Сегодня везде идут жалобы. Спрашивается, человек думает покреститься как? Крещения практически нет. А почему? Не я говорю. Я этой теме посвятил 14 лет. Выбрал все из святых отцов. Чтобы из Златоуста найти 6 фраз, к примеру, сказать о крещении, мне пришлось 12 томов на 6 раз промолотить.
Слово «крещение» переводится одинаково на всех языках мира «погружение». И сейчас в интернете выставили определенно в каждом храме, как крестят. Никак. Ладошки мокрые обмакнул, по лбу провел, все крещеный. Три условия нужно для крещения. Первое. Поверить, что ты погибший окончательно и навсегда. Второе. Поверить, что за нас умер Христос и обещаться Ему доброй совестью жить для Него. И должен получить крещение от священника, законом рукоположенного и незапрещенного. И третье условие – это должно быть бесплатно. Мамона – это симония, смертный грех, и того, кто берет, и кто платит за таинство. И о крещении патриарх Алексей II говорил, до чего мы дошли, каких бандитов напринимали в церковь, я покажу, где написано, все у меня выделено, что даже за крещение берут деньги. А теперь добровольное пожертвование. И уже так установили. 1500 крещение дальше. А если полное хотите, 5000, чтобы в воду погрузить. Но явно дело, что идет речь не о крещении, а о мамоне. Это мало? В конце концов, мало-помалу растеряли. В Греции почему наши учителя? Не так. Войны Эстенецки, Лука. Вот этих мощеных он ни за что считал. Никакого перекрещивания нет, вы были обмануты. Едут люди на Афон, я посылаю, идите туда. Они вводят в море и крестят, как положено. Может ли поправиться с этим архиерей? Начинать с того, крещены ли сами они? Священники, крещеные ли? Как это непросто. Мало-помалу растеряли все. Все везде заменил мамон. Они можете служить Богу и мамоне. И дальше растеряли и упали. Над нами все смеются. Почему Бог требует десятину? Неужели непонятно, это от Бога? Я впервые прочитал у Иоанна Златоуста, он объясняет, что это означает. 40 дней, 7 недель, Великий пост, 69-е апостольское правило, определенно говорит, ну я это знал, мы постились, но оказывается десятина. Суббота и воскресенье не считается постным, а разрешается растительное масло. 5 дней остается без субботы воскресенья, 7 недель, 35. Одна только суббота постная перед Пасхой, 36. С вечера до утра 36,5, 365 дней. С точностью до часа. Вот в чем дело-то. Нам она не принадлежит, десятина. И поэтому Господь говорит, не потому, что вы жадно не отдаете, а обокрали меня. Вторая и третья глава пророка Монахии. Когда их считаешь и первый раз думаешь, мы то ли слепые не видим. Господь, хочешь быть благословенной? Отдай мою десятину. Я благословлю отверзы неба. У вас все будет. Это Бог обещает. Платят десятину, нет. Наши люди поехали в Грецию. Священник эту десятину не берет. Он понимает, что посторонние вот эти за машины, за все освящение, в 100 раз больше получат. Мы можем это мало-помалу растерянно вернуть? Не можем. Почему нет членства в церкви? Любой, кто зашел, священник с чашей стоит и кричит. Кто не причащался? Этого никогда не было. Наоборот. Трижды. О чем говорится? И лица оглашенные, зрители, тщательно проверить, кто ты и как ты попал сюда. Еще дважды двери, двери. Объяснение, скрижаль определенно говорит об этом. Симеон Солунский говорит, диакон обязан пройти по храму и проверить, нет ли чужого. Если ты больше года в храме ни разу не был, а на самом деле 2-3 воскресенья не был без уважительной причины, ты уже исключен из торгницы церкви. Можно ли это вернуть назад? Нас мало, но мы показали, можно. Определенно и четко, без бороды. Город проклятия Иерихон, идите. Давид не хуже нас это понимал. Я напоминаю, когда с насильничали на дочери Иакова, Диной, она была обесчещена, это в Ветхом Завете. В Новом Завете, если случится такое насилие, точно так же. Это уголовная статья. Но когда над Давидовыми слугами насмеялись, полбороды обрили, Давид не пустил в земной Иерусалим, а отправил в город проклятие Иерихон, доколе не отрастут города. Сегодня этих сейчас безбородых-то послать туда, тут половину из алтаря вытряхать надо. Почему мы не меряем все мерками Господними? Ведь ничего не надо добавлять, кроме того, что уже нам Слово Божие дает. Считаем. Четвертое. Так. Исход. 22.17. Итак, малое ли, великое,
Господь говорит, ты должен исследовать. Определенно и четко. Да помилует нас Господь. Пророк Исаия об этом говорит. Малое стадо – это мы. Мы должны быть светом для всего мира. Я поставил себе вопрос до конца исследовать, почему люди отошли от церкви, секты. Мартина Лютера началось. И их уже сегодня 670 миллионов. А православных же 300 нету. Почему проповедь? Из богослужения одна десятина принадлежит Богу, одна. А остальное людям. Сегодня, видно, не предупредили, считают деяния апостола, даже не расслышал. Спиной к народу. Кому послание? Мы в Греции, когда побыли, увидели, как считают, лицом к народу. Чтобы понятно было, письмо к нам пришло. Трудно это повернуть? Нетрудно. Это в руках кого-то, кто считает. Мы должны запомнить, данные нам, если мы не сможем вернуть на место, Бог строго взыщет. Вот у нас написано, ты оставил меня, говорит Господь, и я потому простру на тебя руку мою и погублю тебя, я устал миловать. Устал, что вас обманывать прощает священник. Иоанн Затворник говорит, священник говорит, я прощаю. А Бог говорит, я не прощаю. Что будет о небе утверждено? Без поста, без всего. В церкви есть только отлучение. Жена сделала аборт, один аборт. Правило Василия Великого Второго, его никто не отменял. 10 лет отлучения. 10 лет. Нас почему это все обходит? То мало-помалу потеряли полностью книгу, которая называется «Книга правил». Я посвятил этой теме 3 года. 719 действующих правил, из них 413 ежедневно, целенаправленно попираются в церкви. А можно сделать? Мы показали, можно. Ни одного правила не будет. Собрались как-то священники и решили меня обличить. А вы тоже нарушаете. Я говорю, и какой же? Написано, с евреями нельзя быть в корчме вместе. А я не хожу по корчмам. Как? Совсем? Никак. Кусок хлеба мы с батюшкой купили, батон, снег обмахнули и поели. Но, а написано, с евреями в бане нельзя быть. А я вообще в бане сижу и не хожу. То есть искали, искали, ничего не нашли. Развели руками. Повторяю, это с Богом делается все так легко. И по форме одеты люди, и не пропускают богослужение. Повторяю, о малом и великом говорится определенно и четко. 11 глава Исаии определенно говорит о том, что придет время, когда руководить будет малое дитя. Когда волк будет с ягненком, барс будет вместе с теленком, и водить будет... На пастбище, малое дитя. Речь идет, конечно, о духовном. В духовном дети почему-то быстрее принимают, чем взрослые. Итак, на сегодняшний день мы прочитаем Луки 12:32, Иоанна 5:35, Деяния 11:26. Если мы в страхе Божьем приблизимся к этому, начнем заботиться, чтобы войти, то я хожу в храм. Нет, не на скамейке сидеть. Это жизнь наша. И Павел так говорит, бегите, чтобы получить. Почему у священников профессиональная болезнь, вены стоят на месте? Господь говорит определенно и четко. Последний наказ самый важный, когда хозяин уходит. И позаботьтесь о скотине, чтобы вовремя напоить. Господь говорит, итак, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка 16:15. Другого нет. Пошли они. Иоанн Златоуст говорит, я ничего один не успею, если вы слово мое не понесете дальше. Но это, кажется, только архиереев касается. Доходили до этого. Священники не имели права проповедовать. Наконец отвоевали. Проповедуют. А кто вам разрешил? В первую очередь Бог разрешил и архиерей, который для нас как отец родной. Как мы считаем, дар Божий. Что у нас было с тем архиереем, и сколько было клевет, и все вдруг все исчезло, как никогда не было. Мы надеемся на Бога. Деяния, повторяю, 19:26, Откровение 6:11 и 20 глава 3 стих. Чтобы не затягивать, мне сказали, недолго было сказано. Итак, малое, то, что мы теряем. Мы должны учиться и Слово Божие. Так, в первом месте любовь. Ну, а как узнать, люблю я Слово Божие Христа? Господь говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. С православными поговорите. Кто, когда последний раз читал Библию? Когда с детьми ей занимались? Мы нисколько не лучше мусульман. 2600 человек передо мной прошло, и ни один свою книгу Коран не считал. Как мы перед Богом предстанем? Иоанн Златоуст говорит, ты не считаешь Библию. Не считая ее, ты не знаешь закона его.
не зная законы Божии, ты по неволе нарушаешь их. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. А это немалое дело в этом мире остаться неоскверненным. Что делается в школах, мы видим, вот в Казани. Зашел ученик, учившийся там, и расстрелял их. Сейчас выставили, я никогда не знал, что в России по 30 человек расстреливали. Учеников приходили свои же. Сейчас целая плеяда идет, показывает сколько. Вот это дистанционное обучение, может, как раз и есть. Не развращайте детей своих. Ну, много ли это значит, если она вышла, она не девушка. Закон гласил, приведите в дом отца и убейте. Живой ее уже не упускать. А почему? Тебе не надо вопрос задавать, почему. Господь сказал. Вот мы говорим правила, закон, а на соборах было по 430 епископов. Не надо говорить, отменили. Второй пункт, вторая глава, скажем так, 6-го Вселенского собора говорит, и сие правила изрекли святые трубы Духа Божия. И поэтому к ним прикасаться не как попало. Я читаю, папа Лев заботится о себе. Молится у гробницы Петра апостола. Прости мне, скоро уходите из жизни. Прости. И вдруг является и говорит, услышал Господь молитву твою. Все прощено, кроме одного греха. Как одного? А с одним грехом можно войти? Не возможно, ничто нечисто не войдет. Как же так? Я же с детства Богу служил. Господь спросит с тебя, кого ты рукополагал? Как Златоуст говорит, вместо есть себе служитель, поваров на рукополагали. Проверь их. И не бойся лишних убрать. Он так и дрогнул. Как я теперь узнаю? А это твоя забота. Я спрашиваю, храм пришел, не где-то в Барнауле. Сколько венчаний было? 504. А сколько живут вместе? Понятия не имею. А я знаю статистику. После бракосочетания в первые 4 года развод 84,6%. 84 семьи и воспитывает, чужой дядя воспитывает детей будет. Нам не надо удивляться этому. Это мы-то посеяли. Мы порастеряли мало-помалу. Спрашиваешь, во сколько встают? По-разному. Я знаю, не в одно время. Я не знаю, почему мне Господь указал. Подъем всегда в 4.40. Я потом только нашел у матери Терезы. Тысячи помощников. 4.40. Я не могу объяснить эту цифру, но за ней что-то кроется. Не смотри ни на воскресенье, ни на что в одно время. Да выйду, встану рано. Предваряю рассвет и взываю. А не то, что глаза продирают, когда уже все птицы проснулись. Это не мало-помалу. Вы знаете, дьявол, сатана, отдаст вас Антихристу. И он будет мысленно воскрешать, обольщать людей. На самом деле ничего нет. Но есть только одно чудо, которое сатана даже не покушается. Давид это знал. И говорит, устроил хвалу из уст грудных детей, дабы посрамить врага и мстителя. Сатана не может этого сделать. Научите детей славить Бога. Всегда, где бы они ни были. Не жаловаться друг на друга. Я знаю, сестра стоит, знает эти. Она не православная и больная, горбатая. И сын такой же побегает, прибежит к матери. Мам, давай помолимся. Проходит какое-то время, и оба умирают. Об этом Кисляков, архимандрит, Спиридон много пишет. Я был непослушный. Забегаю в комнату, а мама молится на коленях. Почему у тебя сын безбожий? Она плачет и жалуется. Вот совершенно не слушается. И я упаду рядом с мамой, плачу. Когда дети видели вас плачущими, молящимися о них. Я говорю, мало-помалу. И что? И в конце концов определенно говорит, что и придут в упадок. На нас, на всех возложена великая миссия понести слово Христово и истину о Господе. Если написано, 6-й Вселенский собор, 14-15 правило, в диаконы не рукополагать раньше 25, в священники раньше 30. Стоглавый собор два параграфа заносит туда. И раньше 21 там Никон, 23 Аввакум. Зачем? А некого ставить. А потом и некого, потому что вы туда поставили тех, которым нет времени. А что делать, написано, да будет извержен. Включите это, и вы увидите, какой начнется разговор. Решите на то, что сделал Неемия, беззаконные браки разрушить разом во всей стране. Ну, других на земках женились, вы знаете. И как это кончилось? Как он это сумел сделать? А сегодня беззаконный брак. Сошлись невенчанные. Дети безбожники. И опять венчают. Венчать можно один раз при живой жене. Один. 19 главу считайте Матфея. Если не верен,
муж или жена может развестись, но дальше не добавляет. Пока тот не умрет, кто изменил, тогда можешь. А сегодня 12 причин нашли, разрешается развод. И венчание, конечно. Сколько раз венчали этих Пугачевых и прочее. И за что? За деньги? Их в храм нельзя было пускать. И так, ни во что ставище малое, а все брак. Смерть. А если дочь священника оказалась не девственница, казнь другая. Приведите к дому, сложите костер и сожгите живьем. Это Бог и Иегова говорит израильскому народу. Почему? Священник. Поэтому наказание намного страшнее. Итак, мы пришли сюда одни, должны выйти другими. Мы молили Бога, чтобы вот так вот Господь 30-летие восстановления этой махонькой искорки, потеряевки, сделал так, чтобы приехал наш архиерей, как мы называем наш. Сколько мы услышали, получили благословение, несите это в мир и говорите. Я не могу больше вам говорить, чтобы время не затягивать, но проверьте, что у нас малое, чем мы не дорожили. И как мы этого потеряли, это потеряли. Мне говорят, какой любимый пророк? Я отвечаю, Иеремия. Он причину нашел и говорит, я молод. Господь говорит, иди и не упорствуй, иначе я поражу тебя. И он пошел. Детей научите в школу идти не на разврат, а для свидетельства. Я считал, как прислали там новую семью, оказался из сектантов. И он, ребенок буквально охватил весь класс в течение одного месяца. Учительница не знает, что говорить. Мне спрашивают, вас допрашивали, я по сам своим ГБ арестован был. Они вас вербовали? Вербовали. Он пока первый раз допрашивает, я уже ему свидетельствую. И поэтому у меня следователь, который вел меня под суд, он принял крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы вызывал, умер по-христиански. Бывает, человеку достаточно 10 минут поговорить с ним, и он уже пришел ко Христу. Я вам говорю, не какие-то басни. Говорят, 7 смертных грехов. Один смертный грех. Какой? И Дух Святой, придя, обрещит мир о грехе, о правде, судя о грехе, теря, что не веруют в меня. Если ты не веришь, весь уголовный кодекс висит на шее. О грехе, о правде, что иду к Отцу моему, что теперь наша жертва вознесена, мы можем право просить и получать прощение. И третье, князь мира, дьявол осужден. Не бойтесь его. Сейчас люди умирают именно от страха разной пандемии, а от нее еще время не настало. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Со страхом Божиим и верою приступите. Благослови меня во имя Господне, Бог Господь и обещанно. Верую Господи исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешное спасти от них же, первый есть аз. Еще верую, яко сие и самое пречистое тело Твое, и сия самая нечестная кровь Твоя. Молюсь, Богу Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением.
и сподоби меня неосужденно причаститеся святых Твоих тайн, Господи, в оставлении грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайны, дней Сыне Божий причастие ко мне приими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни меня, Господи, во царствии Твоем. Да не в судали во осуждение, будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Причащается раб Божий Игнатий, тело и кровь Господа Бога, Спаса нашего, Иисуса Христа, в оставлении грехов Твою жизнь вечную. Христос воскресе! Совершен свыше, исходя от Тебя, Отца Света, в эти слав благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, благослови нас ныне и до века. Будь имя Господи, благослови нас ныне и до века. Будь имя Господи, благослови нас ныне и до века. Благословение Господне на вас, Того благодатью и человека любим, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе, Христос воскресе, 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 Игнатий Тихонович и все братья и сестры этой общины Потеряевской, я вас действительно от всего сердца поздравляю с праздником Святого Воскресения. Пасха Христова продолжается в наших сердцах в течение всего года. И каждый седьмой день недели мы также именуем воскресенье. Мы живем в воскресенье. Весь мир живет в воскресенье. Даже не замечая того, как не замечает воздуха. До тех пор, пока не заболеет у нас дыхательный аппарат. Да. Тогда люди понимают, что такое воздух. А так не видят, ощущают его иногда в виде сильного ветра, бури и всего прочего. Стихии на нас действуют. Особенно их расстройство движения. А вот так, когда все в порядке, когда все у нас благополучно, то мы многих вещей не замечаем, хотя они есть. Вот так же точно люди не замечают того, что есть Бог, и взыскающим Его подает благодать, дает дыхание и жизнь, и все. Мы должны быть Ему всегда, с каждым нашим мгновением, биением сердца быть благодарны. И есть такие люди, которые носят в сердце своем великую благодать, хождение пред Богом, память о Нем и даже во сне, как говорит Писание, аз сплю, а сердце мое бдит. Сердце имеет такую способность чувствовать и жить Богом вне зависимости от того, в каком расположении мы с вами пребываем. И, конечно же, великое бедствие, горе, когда люди забывают о Боге. От этого и происходит смятение стихий, смятение народов, чувств собственных в человеческой душе. И в конечном итоге совершается то, чего мы все боимся, который является последним нашим врагом – это смерть. Но и последний враг упразднится – смерть. Так скажем, писание, Игнатий Тихонович подтвердит. Но это будет в явлении Господа нашего Иисуса Христа, которого мы чаем. И с Ним воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Аминь. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Мы все так, ну, благодарны вам очень за вашу
милость к нам. Прошло 30 лет, как мы здесь поселились и община образовалась. У нас вначале говорит, у вас ничего не получится. Да, как по-человечески не должно было получиться, но мы имели великую помощь и молитвенную поддержку многих и многих. Поэтому и сегодня, хотя, как бы сказать, уже обжились, но есть проблемы. Еще, ну, не проблемы, трудности. Господь посылает нам. Поэтому всегда, владыка, просим ваших молитв, чтобы вы поддерживали нас этой молитвой. Вашим, ну, отцовским пастырским расположением. Я вам... вас Бог на много лет. Вам преподать благословение от самого Господа, по Святой Троице, Отца и Сына, и Святого Духа. А Он, если дыхнет, там все сотворится. Вот. Так что наша с вами связь, она предполагает наличие в мире очень строгой иерархии. Никто сам собой не взыдет на небо. И Господь создал церковь, в которой без всякого прикословия, меньшее от большего, благословляется. Поэтому Божие благословение вам, и пусть живет, ну, процветание на земле и совершенство достигнуть невозможно, но в том состоянии благополучном, благодатственном, вот, в котором мы можем существовать, и нам не зазорно перед людьми, пусть пребывает ваше поселение на многие-многие годы. Да? До скончания века. Чего ограничивать? Христос воскресе! Воистину воскресе! Так, объявляю всем, сейчас подойдете ко Христу, заходите в зал ненадолго. Там краткое маленькое собрание такое проведем праздничное. Вот. А потом гостей всех приглашаем на трапезу. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Как у меня отринул себя грешного. Ну, общника, мя быть и святым твоих сподобил еси, благодарю тебя, яко меня недостойного, причаститесь и причислить твоих и небесных даров сподобил еси. Но, владыка, человек, любчи нас ради, умеры же, и воскреси, даровал нам страшное сей же отряще, дай слово благодеяние, освящение души телес наших, дашь быть и си, и гнев исцеление души же и тела, знание всякого сопротивного, просвещение очи сердца моего, мир душевных моих сил, веры непостыдным, любовь нелицемерную, во исполнении премудрости, в соблюдении заповедей твоих, в приложении божественной твоей благодати, твоего царства и присвоения, да во святыни твоим тем, сохраняем твою благость, поминаю всегда и никому себе живу, но не к тому себе живу, но тебе, нашему владыце и благодетелю, и так и всего жития, и ше, в надежде же, дашь вечного, пресносущенно достигну покой, и те же празднующих вас непрестанны, и бесконечная сладость зрячит твоего лица, доброта незреченная, ты бы все истинное желание, незреченно веселье любящих тех Христе Божий наш, и тяпает вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, царю веков, посадителю всех, благодарю тебя, о всех, как мне сего угодить, и о причащении причистых и жертвящих твоих таинств, молю, уба тебя блажи, и человека любче сохранение покровом твоим, и все некрылу свою дару нечистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святынь твоих, восставление грехов и в жизнь вечную, ты бы и секрет животный источник святыни, податель многих тебе слава славим с Отцем и Святым Духом, ныне присный во веки веков, аминь. Давай пищу мне плод твою волю, огонь сы, я пая недостойный, да не подойди к кресту. Паче же твоя неволга моя во все суставу, сердце, полтрога в сердце, полетели все мои прегрешения духов. Сохрани помощение состава ты диски сни в кухне. Чувств просвети простых и девиц, всего места прибыли здравствуем. Весь на покрыть соблюди же и сохрани меня от всякого дела. И слово духотленного очисти мою, и украси меня, удобив разумение, просвети меня. Покажи меня, дай мне сердце, единого духа, не послушай, не вкарай. Да я бы твоему дому, холодом течения, как мне лежит все владеть, как рад страсть. В молитве не тех, кто нашел вся свечи, на начале же бесплодной притечи твоему приму для апостола. Сим же твою неспирно чистую мать, ей же твоему Богу спокойно и не крестим, и сына всем насадил и твоего служителя, ты бы и си. Освящение единое, наше, блажа души, светлость и бедным подобное, яко Богу, владыку, славу всего слава.
делаем на всяк день. Все одно из этой Божьей Иисусе Христе Божий наш, да будет ниже от вечной крови Твоя честная восстановление веков. Будь же в ней благодарение все, радость, рай и веселье, страшный же второе пришествие Твое слово в имя. Грешного стать, одесную славу Твоя молитва, и чистая Твоя Матери всех святых. И святая Владычица покроется, светит умноченной моей души. Надежда покроет прибежище, утешение, радование моей благодарите, я господобил меня, сын недостойных причастников, будьте причистого тела, честной крови, сына Твоего, норовшая истинный свет. Просвети мои умные очи сердца, я же источник смерти, оружие жертвами убежденного греха. Я же милостивого Бога, любовь утробная мать, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моим, и смирение в мыслях моих, и воззвание плененных. Помышления моих исподобь меня до последнего издыхания, несуждено принимать и причистых тайн освящения, восцеления души же и тела, и подашь мне слезы покаяния исповедания, вы же пейте, и славите тебя во все дни живота моего, яко благословенны и препрославлены, еси во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видишь, что очи мои спасение твоей жизнью готовы пред лицем всех людей, свет в откровении языков и слов людей твоих Израиля, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помимо нам, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помимо нам, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помимо нам, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Отче наш, иже и си на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Как и Твое царство, сила и слава, а Сына и Твоя, так и Духа, да не присни во веки веков. Аминь. Уст Твоих, яко светлость огня воссиявшего благодать вселенную, просвети не стрека любви, мира и сокровища снизка. Высоту нам смиренно мудрее показано Твоими словами, Сына, козу очи, ани, золотого симоли, слова Христа Бога, спастися душа наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйся Троице единому Богу, Иоанне, Златоусте, всеблаженне. Преподобни достойно хвалим Тебя, сего наставник, яко божественное являя, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Предстательство христиан непостыдное ходатайство, к Отцу не приложено ни призрак грешных молений гласы, но при дворе, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почтися на моление предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Честнейшую Херувим и славнейшее без сравнения Серафим, без искрения Богослова родшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним высокопреосвященнейший Владыка благослови. Аминь.